Я работаю в компании Еврохим, а в свободное от работы время я занимаюсь разработкой приложения для поиска и прослушивания музыки. Это клиентское приложение, которое устроено таким образом, что не обладает никакими собственными данными, но комбинирует данные из других источников, таких как Last.fm, ВКонтакте, SoundCloud и других. Я приложил много усилий, чтобы организовать быструю и удобную навигацию по музыкальным данным, доступные пользователю страницы артистов, тегов, альбомов, страницы пользователей Last.fm, ВКонтакте и сопряженные страницы. Мой доклад посвящен принципу декларативного целеполагания, так я его назвал условно, и обстоятельствам разработки приложения, в ходе которого я его сформулировал. Доклад состоит из трех глав. Первая о том, какие проблемы, какие источники сложностей в реализации приложения, источники динамизма. Вторая глава о том, как я пытался организовать код, о своих неудачах и о том, как преодолеть технологическое отставание разработки от кулинарии. О принципе, об этом подходе и о том, как его использую на практике. Третья часть, третья глава о том, как в перспективе можно сделать код еще более лаконичным и еще более производительным. Основным источником динамизма являются принципы проектирования интерфейсов, которыми я руководствуюсь. Второй причиной — это большой объем взаимодействия с другими сервисами. И третье — это технические ограничения. Однажды я увлекся проектированием интерфейсов и прочитал книгу Джеффа Раскина, которая называется «Интерфейс. Новые направления проектирования компьютерных систем». В книге изложен системный подход к решению многих интерфейсных проблем. Эта книга меня очень вдохновила, и я расскажу не обо всех принципах, которыми я пользуюсь, а о тех, которые добавляют больше всего динамизма. Напомню вам, что Джефф Раскин — это автор проекта компьютера Macintosh, это автор упомянутой книги, которая была написана 15 лет назад. И одним из его предложений, которое он озвучил 15 лет назад, было отказ от метафоры файловой системы как основы интерфейса. И, пользуясь сегодня современными мобильными операционными системами, мы можем увидеть, что там такая метафора не используется как основная, в отличие от более старых операционных систем. Первая идея, первый принцип, о котором я хочу рассказать, это принцип Zoom UI. Это то, как устроены карты, это возможность оценить общий план, возможность увеличить детализацию, приблизить и вернуться обратно к общему плану. Принцип Zoom UI является основой таких продуктов, как Eagle Mode и Raskin for Mac. Также этот принцип получает сегодня распространение и в современных массовых интерфейсах. Этот принцип повлиял на то, как я организую модель данных, и с самого начала заставил думать о том, как я буду с технологической точки зрения, с технической, как буду реализовывать переходы между страницами. Второй принцип — это отказ от модальных окон. В первую очередь, это отказ от блокирования интерфейса. Это отказ от навязчивого требования от пользователя совершить какие-то дополнительные действия. Это потребовало хорошей организации представления, вьюг и дополнительного учета состояния о том, когда нужно показывать или не нужно то, что должно быть модальным окном. И, соответственно, визуальное решение, как это должно быть, если не модальное окно. Следующий принцип — это предоставление пользователю максимума структурированной полезной информации на минимум его действий, на минимум введенных им данных. В соответствии с этим принципом поиск в приложении организован таким образом, что по мере ввода запроса результаты отображаются сразу же. Не нужно нажимать кнопку Enter, например. Руководствуясь этим принципом, я запустил мгновенный поиск в приложении примерно за полгода до того, как был запущен Google Instant Search.
Я еще раз подчеркну, что в приложении нет собственных данных, и чтобы нормально отобразить страницу артиста, приходится выполнять много запросов в различные сервисы. Чтобы отобразить страницу артиста, выполняется несколько запросов в Last.fm, несколько запросов в SoundCloud, отправляются запросы в Discogs, в Hype.m, и аналогичным образом устроены страницы тегов и многие другие страницы. Руководствуясь этим принципом, я организовал поиск файлов приложения, и, наверное, сейчас это одна из самых сложных частей в нем, поэтому я хочу остановиться на этом подробнее. Как устроен поиск? Во-первых, при выборе композиции поиск происходит сразу же во всех доступных источниках. Второе — это как только находится какой-то файл, который отлично подходит для воспроизведения выбранной композиции, воспроизведение начинается сразу же. И наоборот, если результаты первые неудовлетворительные, то воспроизведение не начнется до тех пор, пока не будет завершен поиск. Кроме того, пользователь может выбрать какой-то источник данных как предпочтительный. И в таком случае воспроизведение не будет начинаться до тех пор, пока не будет получен результат из выбранного источника. Опять-таки, приложение не обладает собственными данными, данные получаются из разных сервисов. Композиции берутся в одном месте, файлы берутся в другом месте. Нельзя сразу сказать, можно ли будет воспроизвести эту композицию или нет. Чтобы воспроизведение происходило плавно, как только завершен поиск файлов для текущей композиции, происходит поиск файлов для следующих. Если поиск файлов был неудачным, то будет произведен поиск для следующей через одну и так далее до тех пор, пока не будет найдена композиция, которую можно будет воспроизвести. В приложении сразу же поиск во ВКонтакте недоступен. Но как только пользователь дает доступ к своему аккаунту, появляется возможность искать во ВКонтакте, сразу же происходит поиск файлов для текущей композиции и происходит повторный поиск для следующих, что особенно полезно, когда поиск был неудачным. Таким образом устроен поиск, и в принципе на этом все по принципу предоставления максимума полезной структурированной информации на минимум действий. Но не совсем, потому что из этого принципа я вывел три правила, сформулировал, которые позволяют организовать высокоскоростное взаимодействие пользователя с интерфейсом. Что это за правила? Первое — это то, что вычисления, рендеринг, они не должны блокировать взаимодействие пользователя с интерфейсом. Технически это организовано таким образом, что вычисления не синхронные, они могут прерываться. И если в текущей итерации вычисление занимает больше 200 миллисекунд, они прерываются и откладываются до следующей итерации. Это происходит с помощью функции setTimeout, setImmediate, immediate или requestAnimationFrame. И на следующей итерации вы, наверное, знаете, что браузеры в первую очередь обработают события пользовательские, и только потом будут выполнены отложенные функции. Второе правило — это то, что при переходе на какую-то страницу должна быть отображена не просто пустая страница или страница со спиннером, должна быть отображена полноценная структура страницы. Таким образом, пользователь может проанализировать структуру страницы и принять решение о том, чтобы перейти куда-то еще сразу же, даже не дожидаясь первых результатов. Третье правило — это то, что запросы, которые обеспечивают страницы данными, должны приоритизироваться. Если пользователь принял решение, если пользователь попал на страницу артиста и принял решение перейти к лучшим композициям, то в первую очередь нужно обеспечить данными страницу лучших композиций. Здесь вы можете видеть, что была выбрана одна страница, она загрузилась, и только потом загружаются остальные страницы. То есть в первую очередь загрузилось то, что необходимо.
а потом остальное загружается. Этот принцип позволяет воспользоваться преимуществом клиентских приложений, а именно то, что шаблоны уже загружены, и нет, в общем-то, причин не показывать их пользователю, не давать взаимодействовать с ними. Если вы в приложении в плане производительности все уже там наоптимизировали, то можно воспользоваться этими правилами, чтобы сделать приложение быстрее. Я написал на эту тему заметку, можно по этой ссылке почитать. На этом о принципах, которыми я руководствуюсь при проектировании, все. Следующая проблема – это большое количество взаимодействий с сервисами. Сервисы предоставляют много различных данных. Я стараюсь утилизировать максимум. И у пользователя есть возможность перемещаться по страницам артистов, плейлистов, альбомов, страницам пользователей Last.fm, ВКонтакте, их библиотекам. И чтобы обеспечить эти страницы данными, в приложении выполняется около 40 уникальных запросов. Эти запросы нужно приоритизировать, обрабатывать. И проблема в том, что у сервисов разные API, а у некоторых сервисов даже в пределах его одного разные структуры ответа. Это добавляет проблем. Так, это можно пропустить. Еще одной проблемой является технические ограничения. Например, многие среды запуска приложений заставляют жестко разграничить представление и модель. Модель данных и представление. Таким образом, что основной процесс может общаться с отображением только с помощью сообщений. Когда были запущены расширения в Opera они взаимодействовали, поп-апчик, который открывается, взаимодействует с основным процессом только с помощью сообщений. Расширения, которые встраиваются в страницы в Chrome, они взаимодействуют с основным процессом только сообщениями. Среда запуска, платформа Electron, бывший Atom Shell, аналог NodeWebKit, он запускает основной процесс на базе Node.js отдельно, а Chromium, который позволяет пользователю взаимодействовать с приложением отдельно, и общаются они только сообщениями. Помимо того, что нужно как-то рассылать сообщения, и хочется, чтобы это не приходилось придумать протокол, чтобы это происходило быстро, есть большая проблема, что как только вьюха закрывается, она выгружается из памяти, и все. А когда пользователь заново ее открывает, нужно полностью восстановить состояние. Следующая проблема заключается в том, что, во-первых, многие… Во-первых, браузеры ограничены количеством одновременных соединений с сервисом. Во-вторых, многие сервисы сами ограничивают количество соединений за интервал времени. Например, нельзя слать больше одного запроса в секунду в Last.fm. Это тоже добавляет проблемы. И вот я перехожу ко второй главе. Со всеми вот этими своими задачами, идеями я пытался организовать код, писать приложение. Я в первую очередь, конечно, использовал ООП и событийную модель. И как я мог организовать какой-то результат, который зависит от трех других динамичных вещей. Я подписывался на одно событие, подписывался на второе, подписывался на третье. В результирующем коде заново считывал по отдельности эти состояния. Вычислял какой-то результат, записывал его куда-то, может быть, вызывал еще одно событие, чтобы дальше можно было воспользоваться этим результатом. И такой код, помимо этого, часто было необходимо получить этот компонент, не дожидаясь того, как произойдут эти события. Такой код дублируется, его становится много. Этот код построен на сайд-эффектах. Где-то что-то записывается, где-то потом что-то считается. Это может произойти потом в неправильном порядке, слишком рано записано, или вы записали что-то, перезатерли. В общем, такой код становится сложно управляемым и объемным. После трех месяцев разработки прочитать код, который тогда был написан,
сложно разобраться. И кроме того, появляется большое количество багов. Исправляешь одно, появляется другое. Ну, со временем я заметил, что в принципе подписка на события — это такое рутинное действие. Его можно автоматизировать, если описать взаимосвязи, чтобы тот код, который будет автоматизировал, понимал, как связаны. Наименование событий тоже, ну, лично для меня было проблемой, то, что надо придумывать название событий, постепенно как-то это стандартизировал. Но когда этот процесс происходил со временем, и со временем перешел к другим выводам, которые позволили организовывать код гораздо эффективнее. И как ни парадоксально, первый основной вывод, который я сделал, то, что клиентские приложения не серверные, и они могут быть сложнее. Проблема в том, что многие подходы и, в принципе, многие решения, в них прослеживается такое отношение к клиентским приложениям, как будто это просто какое-то представление для сервиса, для сервера. Сервер, и отличие здесь заключается в том, что сервер формирует какую-то структуру данных, отдает ее, выплевывает, забывает про нее, и ему с ней не нужно больше взаимодействовать. А в клиентском приложении структура может меняться в процессе взаимодействия, и нужно работать с этой структурой. Следующее, я подумал о том, что сервер часто в структуре, вот в ответа, просто вкладывает какие-то сложные модели в качестве поля другой модели. Хотя на самом деле они так не хранятся. И если использовать такую же структуру в клиентском приложении, модель какая-то вложенная часто меняется и используется в каких-то других местах, тут возникают проблемы. Кроме того, я пришел к выводу, что если сервис что-то не хранит, это еще не значит, что это не состояние, что этого состояния не существует. И это позволяет многие динамичные вещи выявить, ну, как бы осознать, что это действительно состояние, его, и с ним нужно работать как состоянием. Еще одной проблемой является то, что нет никаких протоколов, способов организации для описания изменений взаимоотношений. Ну, то есть, если вот есть пользователь в социальной сети, у него удалился друг, как это изменение описать? Нужно что, все поле friends со всей вложенной структурой отправлять или как? К этим выводам я пришел постепенно в процессе организации кода, но сейчас могу сказать, что, ну, для меня кажется странным, что языки программирования позволяют в теле одной функции написать и getter, и setter, и там отправить запрос, сделать промис, какой-то callback, намешать, в общем, сайд-эффектов в одной функции. И согласитесь, что странно, если бы повар в процессе приготовления какого-то блюда взял бы, вышел на улицу, пошел в магазин, отстоял, взял с прилавка картошку, отстоял в очереди, вернулся и с грязными руками продолжил приготовление. Это странно. Повара так не делают. Они готовят, а за картошкой ходит кто-то другой. Потому что все знают, что для приготовления чего-то там нужна вот картошка. Идеальный рецепт выглядит следующим образом. Во-первых, в рецепте описано, что получается в результате. Название чего-то сложного. Второе – это то, от чего зависит, что необходимо для приготовления. Третье – это непосредственно процесс того, как получить результат из компонентов. Аналогичным образом, ну, благодаря этому повар может сосредоточиться на приготовлении, а некто другой, там какие-то курьеры, логисты, SQL-программисты могут обеспечить повара необходимыми компонентами. И разделение, специализация позволяют быть более эффективным. Аналогичным образом можно построить, можно организовать код. Можно разделить актуализацию состояний от описания взаимосвязей.
Можно, как можно было бы описать взаимосвязи? Первое – это то, что вы, то, ради чего происходит некий процесс, то, что вы получаете в результате, и как можно к этому обратиться. Второе – это то, от чего зависит результат. И третье – это непосредственно функция. И это должна быть чистая функция, которая принимает на вход аргументы и возвращает результат. И в процессе выполнения этой функции не должно никаких происходить сайд-эффектов. Как? Это, в принципе, и есть принцип декларативного целеполагания, когда вы описываете, что вы хотите получить, что для этого нужно и как вычислить, используя компоненты. А непосредственной актуализацией должен заняться какой-то другой код. Я использую это следующим образом. Первое, это в приложении есть модели, у модели есть состояние. Состояние технически это просто объект states, вложенный в модель. Поля объекта states – это какие-то примитивные значения обычно, строка, число, правда, ложь. В принципе, это такая стандартная вещь для MVC фреймворка. Дальше есть сложные состояния. Они организованы как раз по этому принципу. Первое – это название для чего-то сложного. Это то, ради чего мы вообще будем выполнять какие-то действия. Второе – это то, от чего зависит наш результат. В данном случае first name, last name. И третье – это чистая функция, которая принимает в качестве аргументов необходимые зависимости и в результате выдает ответ. Здесь мы указали зависимость явно. Благодаря этому код, который актуализирует состояние, может своевременно вызывать эту функцию и поддерживать актуальным состояние full name. Аналогичная штука есть, например, в Ember.js. Но синтаксис несколько отличается. В Ember.js, ну, во-первых, в моем случае структура несколько проще. У меня просто массив, массив, функция. Здесь используется property. И кроме того, здесь функция, которая построена на сайд-эффектах. Она не принимает в качестве аргументов вычисления. И, ну, во-первых, вы не сможете воспользоваться какой-то другой функцией, которая могла бы быть вспомогательной, которая построена на использовании ее аргументов. Во-вторых, это не чистая функция, это, ну, с точки зрения функционального программирования, я не, в принципе, не буду этого касаться, но думаю, стоит упомянуть. Дальше, для того, чтобы описывать взаимосвязи между моделями, я ввел такое понятие, как вложенность. Технически вложенность — это объект nestings. Его поля — это другие модели, либо массив моделей. И значения меняются от присутствия или отсутствия моделей во вложенности. Можно эти два понятия комбинировать. Так, если мы хотим вычислить, является ли пользователь самым молодым среди своих друзей, мы можем прямо указать, что нам нужно получить возраст. Оп, что это было? Что нам нужно получить возраст внутри поле возраст внутри вложенности друзей и собственный возраст. Здесь несколько усложняется синтаксис, позволяет явно указать, что нам нужно обратиться к вложенности. Благодаря этому код, который будет актуализировать состояние, может выполнить это. Так, если эта функция будет вызвана, если изменился возраст текущего пользователя, если изменился возраст у одного из друзей и если изменился список друзей, будет всегда вызвана эта функция, и свойство из youngest будет всегда актуальным. В принципе, подобную штуку можно сделать в Ember.js, но я пошел дальше и сделал так, чтобы можно было указывать более глубокие структуры взаимосвязи. Можно получить друзей друзей
и вычислить, является ли возраст текущего пользователя средним. Благодаря тому, что здесь явно указывается взаимосвязь, эта функция будет вызываться автоматически, и только тогда, когда меняется возраст у друзей друзей, у одного из друзей меняется список друзей, или если у текущего пользователя меняется список друзей. Это состояние всегда будет актуальным, и это работает быстро, потому что работает аналогично CSS-селектором слева направо, ну, с точки зрения практической реализации. Аналогично по принципу декларативного целеполагания я организовал описание взаимодействия с сервисами. Первое — это то, какие состояния можно получить от сервера. Второе — это то, как, ну здесь не очень понятно, но то, как состояния, необходимые нам, взаимосвязаны с той структурой данных, которая приходит с сервера, что очень полезно, особенно когда у вас много разных сервисов, они вам все свою какую-то кривую структуру присылают, и вам нужно подстраиваться. И третье — это то, как непосредственно выполнить сетевой запрос. Эта функция, это описание позволит, должна вернуть промис, который потом будет обработан, так, нельзя, который распарсится картой, вот, собственно, с помощью описание взаимосвязи состояний и структуры. Этот промис можно будет приоритизировать в автоматическом режиме, если пользователь перемещается по приложению, у вас там сотни запросов, ну или десятки, запросы эти можно автоматически приоритизировать. Вам не нужно совершать для этого дополнительные действия. Третье, по принципу декларативного целеполагания я организовал шаблоны. Здесь опять-таки явно указывается, что мы хотим вычислить правильный класс, и класс зависит от состояния selected. В данном случае совмещены и описание необходимых компонентов, и их вычисление. Это то, как пишутся JavaScript statements. Они, в принципе, достаточно декларативны. Аналогичным образом можно указать взаимосвязи текстового содержимого и какого-то состояния. Благодаря тому, что я отделил описание взаимосвязи, описание того, как структура дом-дерева зависит от состояний, я могу в отдельном коде совершать различные оптимизации. Я сделал много оптимизаций с Doom, чтобы приложение рендерилось очень быстро, и подробнее об этом написал заметку, можно почитать по ссылке. Благодаря тому, что мы разделяем код, мы разделяем описание взаимосвязи состояний и код, который актуализирует взаимосвязи, мы можем сделать большое количество оптимизаций в коде, который актуализирует состояние. Мы можем его менять, а при этом приложение никак не меняется, и приложение все в целом начинает работать быстрее. Мы можем делать Doom оптимизации, мы можем JavaScript оптимизации делать, много всяких кэширований сделать, так что на само приложение это в принципе не влияет. Можно снизить нагрузку на garbage collection, коллектор и так далее. Дальше третья глава о том, как можно сделать код еще более лаконичным. Итак, у нас есть шаблон. Из того, как написан шаблон, понятно, какие состояния используются в этом шаблоне. Второе, у нас есть сетевые запросы и описание того, как связано состояние приложения от данных на сервере. Это что значит? Что когда пользователь открывает страницу, просматривает шаблон, фреймворк или, я не знаю, язык программирования может в автоматическом режиме понять, что необходимо для этого шаблона, и выполнить все необходимые сетевые запросы. Не нужно их вручную вызывать. Просто пользователь открыл, а у нас описана взаимосвязь. Кроме того, имея все описания того, какие атрибуты зависят от чего, мы можем вычислить все комбинации Doom-дерева.
Я рассказываю о тех принципах, которые у меня не реализованы, которые, в принципе, можно реализовать, используя, если код написан, используя этот подход. В общем, у нас есть все комбинации DOM дерева, есть все необходимые компоненты. Мы можем посмотреть в CSS-файл, какие CSS-селекторы подойдут для каждой из комбинаций. В CSS-файле написаны свойства, которые могут делать reflow, repaint и еще чего-то там. И мы можем понять, какие операции более тяжелые, и приоритизировать более тяжелые операции. Мы можем понять, что если мы меняем вот это состояние, то нам желательно поменять местами рендеринг так, чтобы чего-то не произошло, какая-то тяжелая операция дважды. Также, имея все комбинации DOM дерева и имея CSS-файл, CSS-свойства, мы можем вычислить, какие поддеревья, какие ветви дерева полностью изолированы, и автоматически промаркировать их согласно новой спецификации CSS-containment. Дальше, если у нас есть полное описание взаимосвязей, то мы при разработке можем очевидным образом понять, что если вы что-то удаляете, у вас что-то где-то поломается, потому что явно указана взаимосвязь между этими вещами. Можно строить какие-то визуализации. Дальше, имея все взаимосвязи, можно в автоматическом режиме строить какие-то сложные SQL-запросы, которые в одном ответе вернут нам все необходимые данные. И что полезно, когда у вас мобильная сеть и низкая пропускная способность, большой пинг. Так, это ссылка на спецификацию. В принципе, на этом все. Хочу еще раз подвести итог. Этот принцип позволяет разделить описание взаимосвязей и актуализацию взаимосвязей. Позволяет, в принципе, сделать код еще более актуальным, лаконичным, и совершать оптимизации кода, не меняя самого приложения, потому что вы указываете лишь взаимосвязи. Это, кроме того, позволяет разделить, специализировать по навыкам разработку. Это понижает порог вхождения в разработку. Это, на мой взгляд, позволяет, скажем, верстальщикам писать достаточно сложные интерфейсы, и что в целом удешевляет разработку. А хорошим специалистам позволяет делать всякие крутые вещи быстрее и легче. Вот. Надеюсь, что кому-нибудь из вас был полезен доклад и заинтересует. Мне было бы интересно обсудить то, как его можно было бы использовать, этот принцип. Все. Если есть вопросы. Спасибо за доклад. Классно. Много всего интересного. Мне больше всего понравилась часть про данные, где поля зависят от других полей. Можно написать чистую функцию, которая их сразу получает. Тоже напомнила Ember, но тут синтаксис такой более функциональный, как бы, правильно? Потому что функция чистая. А в этом же ключе не рассматривал ли ты, не применял ли к себе, примерял ли реактивное программирование, функциональное реактивное? Вот, например, библиотеки Beacon, RigJS сейчас модно стало. Они как-то, может, в том же ключе, но еще более лучше, или ты не в курсе? Ну, я об этом думал. Во-первых, как бы я давно это приложение делаю, и как бы слежу за ростом моды, там, пока делал приложение, стал модным Backbone, потом Angular, теперь React. Просто смотрю, да, интересно, конечно. Но с моей точки зрения, реактивное программирование, оно в принципе здесь применимо, но это то, как технически организованы взаимосвязи, но не то, как они описываются так, чтобы было понятно сразу. То есть, ну, в принципе, программист вручную соединяет там какие-то шланги, грубо говоря. А тут ты просто говоришь, что тебе нужно в
вот такое-то свойство, и ты язык программирования делай, что хочешь, но дай мне его актуальным, и все. Вот. Итак, у кого еще вопросы? Давайте активнее, активнее, у нас еще есть время. Здравствуйте, Глеб, спасибо за доклад. Тут в Твиттере пишут, что повар все-таки ходит за картошкой. Можете прокомментировать? Ну, я не знаю, какие повара ходят за картошкой прямо в процессе приготовления. Может, он, ну, прям пишет, что во время готовки или заранее ходит? Видимо, во время готовки, да. Ну, если, может, JavaScript повар. Не рекомендую есть у него. Ну, я так понимаю, что с вопросами как-то тяжело идет, да? Ну что ж, все тогда. Окей, видимо, доклад был исчерпывающим. Спасибо тогда, Глеб, тебе большое за то, что рассказал нам про принципы проектирования и как их применить на фронтенде. Ну и давайте тогда сейчас небольшой перерыв, но не расходитесь, пожалуйста, сильно, потому что мы как бы практически сразу начнем следующий доклад.